Всем привет! Скоро начнется у нас щучий сезон. Нужно будет ловить щуку. А у меня блесна, видите, в каком состоянии. Короче, попал я на одной рыбалке в дождь. В коробку налилась вода. И блесна все стали ржавые. Вон, видите, ржавчина такая. И крючки поржавели. Нет, на некоторых не поржавели крючки. Ну, ржавчина присутствует на всех блеснах. Вот такие, видите, ржавчина такая. В общем, я вовремя их не достал, не протер. Да и бывает после рыбалок, приезжаешь, смотря какой водоем, и становятся блесны ржавые. Так как кислотность в разных водоемах разная, вот я езжу на одну речку, и после нее всегда, ну вот, примерно вот так, начинает ржаветь блесна после ее использования. Ну, конечно, способов очистки блесен много. Я, кстати, показывал раньше, у меня видео лайфхаки о рыбалке, для рыбалки есть, и там есть, как я очищу блесна. Ну, взять ластик и начистить блесну ластиком. Ну, вот с такой вот ржавчиной или вот с такой ластик нам вообще не поможет. Также, ну, чтобы придать блеск блесне, я брал пасту Гои и натирал. И, конечно, здесь она тоже не поможет. Немножко оно уберет ржавчину, ну, паста Гоя, короче, в этом случае не поможет. И я хочу вам сегодня рассказать, как я буду чистить блесна. Есть, конечно, много разных способов. Люди чистят блесны лимонной кислотой. Кто-то пытается чистить кетчупом. Также соком лимона замачивают это все дело на сутки. Но дело в том, что нам сильно не нужно, чтобы оно выело все конкретно. Ну, по крайней мере, нам надо убрать эту ржавчину. И сегодня хочу показать вам способ. Он будет быстрый, и не нужно будет замачивать эти блесна на сутки. Блесны вместе с крючками, с тройниками. Мы делаем этот раствор, и потом выдерживаем в этом растворе, ну, смотря какая ржавчина. Ну, допустим, скажем так, от 1 минуты до 10 минут. И я считаю, этот способ будет быстрый, и я думаю, вам понравится. Ну, приступим. Итак, для начала нам понадобится посуда. Вот я взял такую стеклянную миску и буду делать в стеклянной миске. Теперь возьмем стакан 250 грамм и перельем в нашу посуду. миллилитров теплой воды. Я взял теплую воду. Затем нам понадобится лимонная кислота. Пищевая лимонная кислота, 1 пакетик 25 грамм. Нам понадобится 2 пакетика, то есть 50 грамм лимонной кислоты. Итак, 250 миллилитров теплой воды. И 50 грамм лимонной кислоты. И высыпаем нашу теплую воду. Перемешиваем лимонную кислоту, чтобы она растворилась. Ну вот, лимонная кислота растворилась.
Теперь нам понадобится перекись водорода. Ну, на украинском перекись водню. Возьмем рюмочку и наливаем перекись водорода. Понадобится 30 грамм. Вот так. И выливаем в нашу смесь. И перемешиваем. Вот и все. Наш раствор готов. Теперь забрасываем блесна. И уже идет реакция. Сразу же, как только бросил блесны, сразу же пошла реакция. Пузырьки пошли, вон, видите? Ну и засекаем время. Как видите, вода становится желтого цвета. Если становится желтого цвета, значит ржавчина наша уже отпадает. Но если нужно крупную ржавчину удалить, вот допустим, как вот здесь, нужно держать побольше, чем минута, 3 или 5. Ну, процесс, как видите, быстрый. Сразу же начинается желтеть вода, вон она пожелтела. И удаляется ржавчина. Ну вот, прошло 5 минут. Процесс идет. Постоянно пузырьки выделяются. Вот сейчас приближу, будете видеть. Вот смотрите. Ну и в принципе за 5 минут можем уже достать какую-нибудь блесну, та, что была покрыта более-менее такой ржавчиной, не очень. Ну вот и смотрим. Сейчас я протру тряпочкой. Как видите, вон после крючка остаются черные, или это после кольца заводного. Черные разводы на руках остаются. То есть, если блесна
они у вас, ну, немножко в ржавчине, в маленькой, то можно на 5 минут оставить, и они у вас будут уже без ржавчины. Ну, хотя здесь вот крупная ржавчина была, вот здесь она осталась. А крючок был полностью ржавый. Вот, видите? Вот такой результат. Ну, а остальные блесны, я, так как ржавчина очень большая, я оставлю еще минут на 10. И посмотрим. Да и эту вброшу, может, эту ржавчину разъест. После 10 минут выдержки блесна еще больше покрылись пузырьками и хорошо идет выделение. Вот уже прошло 12 минут. Взял я еще одну блесну, вот где ровная поверхность, оно хорошо очищает, а где раковины, в раковинах еще остается, видите, ржавчина, и здесь также, то есть с боков вот здесь ушла ржавчина, а на раковинах еще не ушла, так что дальше продолжаем. Вот прошло 15 минут уже. Ну, я думаю, этот метод, в принципе, лучше, чем замачивать на сутки. Быстрее действует. Вот такая ржавчина, как видите. И вот она, вот смотрите, пальцем потер, и вот она удаляется. Сейчас тряпочкой потру. Отлично. Посмотрите. Вот где я протер, а вот где не протирал. Сейчас и здесь протру. Ну все, нормальная блесна получилась. Вот заводное кольцо было вообще ржавое на этой блесне. Ну, в принципе, на всех блеснах были ржавые заводные кольца. Заводное кольцо за 15 минут. Вот. Просто тряпочкой вытираю, смотрите. Заводное кольцо стало вот металлического цвета. То есть ржавчина убралась. И на крючках также нету ржавчины. Ну вот, в принципе, за 15 минут при более-менее такой слабой ржавчине можно очистить блесны таким способом. И не нужно будет вам ни натирать, ни пастой Гоя. Ну, можно потом еще придать ей еще более блеск, натереть пастой Гоя. А так, в принципе, блесна, вон она очистилась. И крючки, и заводное кольцо от ржавчины. Отличный, считаю, способ. Ну, я думаю, подожду еще немножко, чтобы прошло, пускай, полчаса. И я вам потом покажу другие блесна. Ну, вы видели, что другие блесна в более плохом состоянии были. Как оно будет подействовать, посмотрим.
И также на этом еще не закончился наш эксперимент очищения блесен, потому что потом вот здесь, вот это в этой кислоте, в этой среде еще эта блесна находится, пускай даже мы, если мы протрем тряпочкой, все равно нужно остановить эту реакцию, так как дальше будет выедать эту ржавчину, железо. То есть, ну потом я покажу, в общем, смотрите. Ну вот, прошло 50 минут. Ну и теперь буду доставать блесны и показывать вам. Вот смотрите. Видите? От крючка, как отделяется эта ржавчина. Сейчас я его вытру. Ну вот, на крючке ржавчины нет. Здесь ржавчина вот есть. Сейчас вытру тряпочкой. И вот посмотрите теперь состояние блесны. И с этой стороны. И достаточно. Вот в глубоких раковинах еще там осталась ржавчина. Но я думаю, если оставить на 2 часа, и эта ржавчина вся уйдет. Ну, за 50 минут такой эффект. Ну и можете убедиться, какая стала блесна. Конечно, все крючки и заводные кольца вообще отлично, ржавчина поубиралась. Ну, сейчас возьму блесну какую-нибудь медную. Эта блесна у меня старая, она здесь была и лаком покрыта. Ну, в общем, вы видели ее состояние в начале. И сейчас, что с ней стало за 50 минут. Ну вот такая получилась блесна. Вот видите, там еще остатки лака. Ну, по крайней мере, ржавчина убирается. Ну, то есть я считаю, что этот раствор очень даже хорошо чистит и убирает ржавчину. Ну, а теперь эти все блесна нужно, конечно, промыть или в мыльном растворе, или в растворе соды пищевой. Попротирал я уже свои блесна, получились вот они так, вот такие вот, смотрите, то есть небо и земля получились по сравнению с тем, как они были. Очистились и тройники, и заводные кольца. Вот смотрите. То есть метод этот очень даже хорош, и не только чистить блесна, можно также чистить инструмент. Ну вот где большие раковины, крупные, там еще немножко вот осталось. Но это я, в принципе, замочу эту блесну на больший срок. Ну смотрите,
нету никакой ржавчины. То есть метод себя этот оправдывает. Ну а теперь нужно взять теплой воды. Вот так. Насыплю сюда пищевой соды. Или можно сделать у кого, ну, да у всех есть пищевая сода дома. Насыплю сюда вот так пищевой соды. На глаз все. Размешаю этот раствор. Можно взять просто мыльный раствор. Раствор с пищевой содой сделал. И теперь все блесны вот сюда. Чтобы остановить вот эту реакцию удаления ржавчины. И пополоскать их здесь. Пускай они здесь полежат 2 минутки. Они вымоются. Там можно и сразу, в принципе, пополоскали вот так уже. И уже чистой сухой тряпочкой вытирать их. Вот и все. Вот такой рецепт у меня удаления ржавчины с блесен. Можно удалять ржавчину не только с блесен, но и с инструмента, ну с любой металлической вещи. Ну а на этом до свидания. Подписывайтесь на мой канал. Пока.